Всем привет! Рад вас видеть на моем канале. Сегодняшний фильм будет посвящен усовершенствованию каяка. Последний раз на рыбалке я испытал пару раз неприятных ощущений. Когда я поставил мотор сюда вот, на боковой транец, и когда катался с малой скоростью, все было хорошо. Но когда я начал добавлять газу, вот, у меня из-под мотора вот, образовалась как бы волна, которая шла взад и захлестывала вот тут вот заднюю часть кормы. Поэтому кататься на большой скорости представляло возможности. Пришлось сбавлять скорость. И вода, которая тут вот наполняла вот эту вот корму, хорошо сюда не шла. Наполняла воды, сбавляла скорость, и она уходила через вот эти вот дренажные отверстия. Вот. Я открывал пробки, и вода туда уходила. Вот. Я покажу вам, как это все было. Вот. Быстро не могу ехать. Обнаружил, вот смотрите. Добавляю газу. И начинает сюда заливать вода. Начинает вода в лодку заливаться. Надо какой-то отбойник делать. Хорошо есть отверстие, и она тут же сходит. Вон отверстие, тут же сходит вода. Так что понятно. Особенно не погоняешь. Вот добавляю скорости. И тут же заливает в лодку. Добавляю. И она вытекает. Поэтому мне пришла идея, как бы сделать дополнительный борт, чтобы отсечь эту вот волну от каяка. Ну, думал, не знаю, что тут придумать было, поэтому решил самый простой способ использовать вот такие вот затяжки. Они везде вот есть, такие вот затяжки, вы знаете. И использовать вот такую вот трубу, мягкую трубу для плавания. Поэтому я тут уже вот покажу вам сейчас. Немножко уже приготовил, вот, насверлил отверстие, по два отверстия, вот, и просунул вот туда вот эти вот затяжечки. Пока эти затяжечки я еще никак не крепил. Поэтому я просто взял это сверло и просверлил по два отверстия. Затем вот брал вот эту затяжку, загибал ее вот таким вот образом, вот таким простым образом, и все это дело туда протаскивал вот таким образом. Вставлял и смотрел, пока она там выйдет. Вот она выходит, и я ее протягивал. Так, все, затяжечка туда вставлена. Вот. Теперь мы прикинем, как должно все это быть. Это должно крепиться вот так вот. Вот таким образом. Чуть сюда наперед. Вот. И назад. И назад до кормы. Вот сюда. Она будет загибаться и тоже крепиться.
Вот таким образом она будет крепиться, этими затяжками держаться. Я думаю, волна, которая будет идти сюда, в нее будет в эту вот, в эту макаронину упираться и отходить в сторону. Ну, посмотрим. Это такой простой вариант. Вот. Ну, видите, тут просверлили отверстие. Вот. Теперь эти отверстия надо будет как-то мне загерметизировать, чтобы вода туда не поступала. Вот. Но для этого мы что сделаем? Примерно выставим, как должно быть. Где-то вот так вот должно быть у нас это все крепиться. Вот так вот крепиться должно быть на этом уровне. Может быть, чуть сюда еще подвинем. Вот так вот так. Это вот так вот. Сделаем все одинаково. Все одинаково. Теперь. Так, чтобы нам все это дело загерметизировать, я вот использую вот такой вот маленький пистолетик. Называется хит-ган. Ган, ну, пистолет для нагревания, да. Разогревает вот эту пластмассовую палочку. Вот, и жидкой вот этот разогретой пластмассой мы будем герметизировать наше отверстие. Что очень важно. Главное, чтобы хорошо разогреть, чтобы вот этот жидкая пластмасса хорошо вытекала. Ну вот попробуем, как это все получится. Вот нажимаем, видите, она хорошо вытекает. Вот с одной стороны, вот, и с другой стороны все это дело обмазываем, и затем вот так вот пальчик смачиваем и прижимаем. Все, одна сторона готова. Теперь делаем другую сторону, вот туда, прям туда вовнутрь, наливаем, так сказать, сверху и снизу. Снизу все. Это у нас готово. Ну вот так вот. Также будем делать со всеми остальными. Так, ну вот посмотрите, еще раз вам покажу, как все это делается. Вот прям туда, вовнутрь. Выдавливаем туда под давлением. Вот как хорошо. Вот так вот. Затем с другой стороны. Так, теперь нижнюю часть, нижнее отверстие. Вот так вот можно поделать. Вот так вот, чтобы она туда заходила. Клей зашел полностью. Затем смачиваем палец. Смачиваем. И аккуратно все это дело обжимаем. Ну вот, лишнее убираем, вот эти вот сопли. Все, это у нас готово. И все остальное готово. Вот тут уже схватилось, застыло, вот как хорошо держится. И просто лишнее вот это вот убираем. Так, процесс поклейки закончен. Лишнее убираем. Теперь берем нашу вот эту вот
макаронину. И будем крепить ее. Так, смотрим, чтобы сюда хватило и сюда хватило. И просто затягиваем. Предварительно затягиваем. Ну вот, смотрите, очень плотно, хорошо прижато, даже там щели нет, очень хорошо. И вот тут еще прижмем, и там. Ну вот. Примерно так вот. Тут тоже надо будет сделать еще одно. Но тут у меня труба будет проходить. Труба и транец. Поэтому я буду этой утяжке прям крепить к трансу. Вот такая вот штука получается интересная. Простая и надежная. Тут можно еще один как бы поставить даже. Ну ладно, мы потом решим. Сделаем испытание и все посмотрим, все проверим. Ну вот где-то примерно так получается. И вот как бы завершающий штрих делаем. Надо заткнуть это отверстие, чтобы туда вода не поступала. Для этого вот берем пробочку и раз, все затыкаем. И вода туда уже не поступает. В принципе, даже можно, только что идея пришла, взять веревку, один конец привязать вот сюда вот и продеть ее через это отверстие и тут ее закрепить, привязать на конце. И поэтому будет она жесткость сдавать, натянуть ее, но пока будем использовать просто пробочку. Вот так. С веревкой я еще проэкспериментирую. Вот. Так, дальше что? В дальнейшем я хочу такую же систему защиты от волн и брызг сделать здесь вот. Вот таким вот макаром обогнуть нос каяка и также закрепить. И большие волны, которые я встречаю, будут ударяться и отходить в сторону, защищая каяк от больших волн и брызг. Но это будет в дальнейшем, это будет другой этап. Так, ладно, на этом я заканчиваю. Вот, буду доделывать там дальше, еще поставлю пару затяжечек. И буду испытывать уже на большой воде и на большой скорости. Вот так вот. Ладно. Всем пока.